Друзья мои, сегодня сниму небольшой видеообзор на бортик для кровати, который подходит для большинства стандартных кроватей и способствует безопасному и благоприятному сну ребенка от 18 месяцев до 5 лет. Прежде всего, обращаю ваше внимание, что такого типа бортики для кроватей подходят для стандартных кроватей, не для диванов. То есть там, где матрас как бы вкладывается в саму кровать и имеет вот такой вот ложемент. Итак, сегодня мы устанавливаем бортик для безопасного сна ребенка вот на такую стандартную двухспальную кровать, на тот случай, когда ребенок спит вместе с мамой, либо же мама точно знает, что ребенок ночью может прибежать. И вот для того, чтобы он не упал ночью с кровати, мы позаботимся об этом, установив бортик на край кровати. Вот так вот выглядит наш бортик, когда мы его достаем из коробки. Его размер в сложном виде всего лишь 66 сантиметров, то есть его можно взять с собой даже, например, на отдых, если вы боитесь, что ребенок там будет падать с большой кровати. Значит, раскладывается он очень просто, складывается. Также очень просто нажимаем на кнопочку и вот так вот складываем. Раздвигается он легким движением руки до 1 метра 6 сантиметров. Теперь, как выглядит монтаж? Проще не бывает, но просто. Его устанавливаем под матрас на ламели или на то дно кровати, которое имеется. Значит, как мы это делаем? Поднимаем матрас. Нужна просто сила. Вот так вот это будет выглядеть. Вот таким вот это образом выглядит. И вот представьте себе, что ребенок теперь спокойно будет спать и не падать. Здесь он будет защищен. Вот такая вот сеточка для того, чтобы воздух циркулировал, и тканевая приятная основа. Можно регулировать, можно подвинуть прямо-таки вот близко к стенке. Такой бортик производитель рекомендует использовать для ребенка от 18 месяцев до 5 лет. Но очень важный момент. Хорошо ребенку, когда он спит и никуда он не свалится. Но не допускайте игры около такого бортика, потому что ребенок может перевалиться через него и упасть еще выше, чем с кровати. Поэтому он очень легко убирается во время бодрствования ребенка. Лучше такой бортик убрать. Вот. И еще раз показываю, он очень просто складывается. Нажимаем на кнопочку. Вот так. И теперь мы его делаем уже. Теперь наш бортик для кровати можно убрать, например, под кровать. И во время сна снова его достаем. Хочу сказать вам об одном очень важном моменте. Высота матраса должна быть не менее 10 сантиметров, а лучше даже более. Вот таким вот образом будет выглядеть бортик на ламелях. И значит, матрас кладется на него. И помните, что должно быть расстояние для того, чтобы этот бортик для кровати просто влез.